как раз мэром были возле этого дома, да, свят, и люди подходят. Обещали, сделаем. Да. Обязательно. Ну, вы знаете, нам надо вот, вот там бы надумать. Не-не-не. Вот там бы сделать подъемки, чтобы из Менделеева сюда вот там. Вот. Вот эта причина, вот все. Сейчас дойдем, да. Сейчас мы мэру так и покажем с вами. Сергей Иванович, Не, он сейчас подъезжает. Да. Вот так вот, хотя бы сделать так, как по налогу. Единственное, ребята, вот это вот получается чуть-чуть А тут хорошо, песок получается нормально. И вот, вот а этот песок ты туда заберешь? Ну не туда, или буду выводить, что лично ты посмотреть. Вот тут как зеленая зона. А тут выводить нечего. Я буду смотреть, чтобы там ни ветвей не было. Делаем вот так, прорезаем, там где есть здоровье, по первому году. По-другому нельзя. Саша, а вот тут как будет? Туда? Вода. Все туда отправим. Это тоже, по идее, не видно, а это все. Серьезные компоненты нету. У тебя что, капитал? Да, я что-то буду сделать. Я думаю, что я кое-что тут гарантию сделаю. Примерно вот для этой бордюра, подниму капиталку, которую туда подниму, чтобы этот животок сразу выкатать, чтобы на лодку трещины у нас не было.